Всем привет! Пришла небольшая посылка. Точнее, размеры большие, а внутри у нас штангенциркуль. Пластиковый, цифровой. Обошелся он мне в районе $4, так он $5 стоит. Бывает и дешевле. В таком пластиковом чехле, что тоже хорошо. Есть у меня вот такой, совсем простенький. Тоже и глубину измеряет, и внутренний, и внешний диаметр, но совсем простенько. Здесь же уже более точность измерения и тип батарейки, которая стоит. Был у меня когда-то советский, но я не знаю, куда я его подевал. Ух ты. Батареечка у нас стоит LR44. Да, вот. 1,5 вольта. То есть уже в комплекте есть. Сейчас попробуем, как бы это все сделать. Цифровых у меня не было. Здесь можно выставить 0 и включить и выключить. Так, вроде сделан более-менее качественный. Он у нас пластиковый. Размер его 6 дюймов, 150 сантиметров. Измеряет, но так по длине он получается немножко больше, почти 23,5 сантиметра. Ну, по камесь не люфтит, как он будет в будущем, неизвестно, но в принципе я думаю, что нормально будет. Мне точность измерения не нужны, кому надо, будет покупать совсем другие устройства. Так, вроде экран со всех сторон видно, все хорошо. Ну, здесь система измерения. Так что, если будут вопросы, ссылочку оставлю. Здесь просто наклеечка наклеена, и то криво. Это тоже у нас все пластик. Так что спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.